Приветики, мальчики! В конце сентября готовится к выходу новый американо-австралийский ужастик с элементами триллера «Квартира 7А». В нем одну из главных ролей сыграет прекрасная Джулия Гарнер, которую я полюбил еще со времен «Озарка». Плюс к тому же трейлер выпустила Paramount, а эти парни обычно делают все суперски. Поэтому мне очень интересно узнать, что это за новый такой ужастик. Давайте посмотрим его трейлер. Ля, Джулия, я пришла сюда по одной причине. Я хочу добиться чего-то в жизни. Я хочу выступать на сцене. Я хочу увидеть свое имя в свете софитов. Но мечты не всегда сбываются. Paramount Plus представляет. Знаешь, когда мы тебя нашли, ты была в восторге. Ой, дорогуша, ты потерялась? Ты была в некотором замешательстве. Я хочу тебе помочь. Это место в твоем распоряжении. Остановись. Не нужно переезжать. Я должна это сделать. Это шаг вперед. От создателей тихого места. Блин, это будет супер. Кажется, это принадлежало вашему старому арендатору. Да, она сбежала отсюда, как Золушка, в полночь. Все, чего я хочу, это танцевать. Покажите мне. Еще раз. Пребывание на сцене того не стоит. Но это было не страшно. В чем дело, дорогая? Не могли бы вы просто уйти, пожалуйста? 27 сентября. Может, мне не следовало покупать все эти вещи? С этими людьми что-то не так. Я думаю, что-то случилось с девушкой, которая жила здесь до меня. Они творили ужасные вещи, а теперь они выбрали вас. Что вы имеете в виду? Что со мной происходит? Ё-моё. Кажется, она внезапно стала беременной. Мы хотим дать тебе все, что у нас есть. Ты должна быть в центре внимания. Это важнее меня, и я не могу сбежать от этого. Ты рождена для того, чтобы играть на этом пути. Малышка останется с нами здесь навсегда. Апартаменты 7А. Такой вот, значит, хороший трейлер. Ну, мне, честно говоря, он не показался страшным, этот фильм, но очень качественный, и актеры тут офигительные. При этом, зная Paramount, там точно будет много страшных моментов, которые меня испугают. Но почему-то в трейлере таких моментов лично для меня не показали. А это значит, что фильм меня будет пугать еще больше. И это просто замечательно. Я, конечно же, надеюсь попасть на этот фильм в кино, особенно на прекрасную Джулию Гарнер и, в частности, на этот фильм «Апартаменты 7А». Трейлер мне понравился и, в частности, он меня заинтересовал. Поэтому я надеюсь попасть на него в кино. Но если не получится, все равно хочу его глянуть. Надеюсь, это у меня и получится. Это был Антивирус. Спасибо тебе за просмотр, подписывайся на канал за новыми видео. Пока-пока и дергайте меня. За бока.